того же. Да, я очень жестко пойду. Андрей, я все снимаю. Я все снимаю. Я буду читать такую слегка бытовую и чуть-чуть не очень жесткую. На грани, то есть, с легким позитивом. Вот. Ну и представьте, пожалуйста, мужчина. С сарказмом. А зовут меня хулиган Гриша Мовшиц. Еще раз? Хулиган Гриша Мовшиц. Отлично. Да. Вы карман-то держите, это ж хулиган. А, у вас в руках. Кирилла слушайте внимательно, потому что он знает. Ну, он отвлекает. Вот. Я люблю эпатаж зарифмованный, душу рвать искрометно в стихах, а вокруг только пафос заблеванный, и сырой менингит в облаках, упакован часами и шмотками, у тебя и машина, и дом. Только сердце не тает с красотками, ведь любовь не купить за углом. В октябре косяки запоздалые машут крыльями в сонные дни, из деревьев на землю усталые опадают печально они, скачут по небу серые коники, держат марку, подобно князьям. И в Фейсбуке на ленточке в хронике ставим лайк виртуальным друзьям. И на пике осенней депрессии суета городов достает, и в троллейбусе полном агрессии нас пихают локтями в живот. В новостях криминал и истерика, и мелькают весна за весной, а во всем виновата Америка. И не спорьте об этом со мной.